нашей жизни. Я вот уверен, знаете вы ее, не знаете, я произнесу, и вы точно, абсолютно отреагируете. Один персонаж из чеховского рассказа, один персонаж говорит такую фразу, глядя в окно. Очень хорошая погода. Не знаю, то ли выпить чаю, то ли повеситься. Вот это наша с вами жизнь, дорогие мои. Я